Столичные полицейские задержали подозреваемых, которые устроили стрельбу и ранили двоих мужчин в одном из городских кафе. Инцидент случился накануне ночью. Трое неизвестных ворвались в заведение, открыли по посетителям огонь из травматического оружия, после чего быстро скрылись. Сегодня оперативники остановили машину с подозреваемыми. Как сообщает пресс-служба московского главка, при задержании полицейским пришлось применить табельное оружие, правда, стреляли в воздух. Сейчас следователи работают с задержанными.